Никто так не умеет любить, как ты. Вот так вот. И пишется песня. Музыка всегда рождается из души, из сердца. Это уже, я не один раз в этом убеждался, пока что-то на тебя не нахлынет, что-то в тебе не проснется, вот отсюда. Прям хух. Ты начинаешь в голове проигрывать какие-то мелодии. То есть она не рождается в голове, она вот реально, есть выражение, рождается из сердца. Вот так оно и есть. Вот, кстати, сейчас играет ремикс на песню группы «Девятый район», «Не в коже». Вот я считаю, как это мой, как автопортрет. Вот она настолько, она мне подходит. И учитывая все музыкальные современные тенденции, вкусы, конечно, ты пытаешься быть поближе к людям. Так как я диджей, я стараюсь музыку свою делать, конечно, танцевальной. Больше я, когда ее делаю, если я двигаюсь, значит, будет двигаться я на танцполе. Это уже проверено. Переписываем. Давай. Окей. Раз, два, три, есть. Все там есть. Давай, центральная, да. Едем, едем на море, южное солнце, песни прибоя. Едем, едем на море, едем на море. А что ты не пел этот? Едем на море. Мне, кстати, тоже можно это кинуть справа-слева по центру. Может, добавишь? Давай. И пошел. Теперь принимая внимание, что он вместе с нами здесь находится, Эмир, мы говорим: Володь, я сейчас глушу свои два вот эти куплеты и включаю тебе мотив. Я сделал. Попробуем? Мне да? Нравится твой мотив. Да, хороший мотив. Нормальный. Вот так, по идее, мы, в принципе, и делаем песни, поэтому, наверное, мы целый год из-за того, что каждый раз приходим на репетиции, мы 10 минут одну песню делаем, 15 минут другую. Потом нас вдохновляет на третью. Ну, вот так вот потихонечку. И тем не менее, двигается. Поехали. Да, чай будешь? Нет. Почему? Я, короче, этот. Привет. Да чего ты? Нормально. Да ты не парень, как будто камеры нет. Да, это дом 2. А вот Димаскос начал трек писать свой. Маэстро, хочешь послушать? Давай. Ты же знаешь, Димаскос, он такой. Брейкбит любит. Не то, что брейкбит он любит, он, короче... Брейкданс больше любит. Да, вот пока Андрей здесь, вот нашим зрителям продемонстрирую, вот какие гитарные партии вот может наш маэстро исполнять. Вот может. Я, знаешь, воспринимаю не то, что там кто-то. Я воспринимаю, что сидит спец. То есть вот человек сидит, он не просто играет, вот он просто кайфует. То есть он влился как надо туда вообще. Не просто там, можно позвонить там Сергею. Сереж, приедет, я тебе дам 1000 рублей. Можешь там партию сыграть? Да, не вопрос, сейчас приеду, да. А другое дело, когда вот так вот общаешься, разговариваешь, дружишь, рамсишь, доказываешь, объясняешь. Да? Я помню, когда-то у меня была мечта быть диджеем, потом была мечта исполнять свои песни, потом была мечта иметь свою студию. Вот, и сейчас, когда уже есть студия, когда я уже диджей, когда я уже исполняю свои песни, мне уже хочется продюсировать. То есть продюсирование для меня – это еще и возможность дать человеку движение вперед, продвижение.
Хочу, чтобы море волной накрывало. Хочу, короче, я растягиваю. Хочу, чтобы море волной накрывало. Я отдых хочу для... Хочу тебя сдвинуть чуть-чуть. Мучают заботы, хочется лето, новые плавки кину. Не у всех есть возможности покупать дорогостоящее оборудование для того, чтобы создавать свою музыку. Но люди, которые к этому стремятся, они должны тоже вкладывать свой труд. То есть они должны к этому стремиться, они должны показывать, что они этого хотят. Вот если я вижу такого человека, который этого хочет, я вам помогаю. Если ко мне приходит человек, который это хочет ради того, чтобы просто кого-то так удивить кратковременно, но он этим жить не будет, то с такого человека я возьму деньги за реализацию его творческих планов. Когда покидает вдохновение, надо работать с теми, у кого оно есть. То есть работаешь как музыкант, как саунд-продюсер. Конечно, можно сидеть, экспериментировать с нотами, играть, наигрывать, но это не то. Надо, чтобы был такой драйв. Тогда будет все получаться. Ну и работая с другими музыкантами, я хочу сказать, тоже очень большой получаешь и опыт, потому что любой опыт – это практика. Экспериментируешь, в разных стилях себя пробуешь. Потому что если бы я писал бы для себя, я бы писал бы в определенном музыкальном стиле. Когда ты работаешь с другими музыкантами, артистами, здесь уже ты ловишь их волну. Это тоже очень важно. И когда все получается, у нас даже бывают такие моменты, мы там друг другу пять бьем в процессе, что вот звук подошел, вот то подошло, все отлично, все классно. Опа! Че еще надо для счастья? Давай! Хотя, хотя! Опа! Медведь! Балу, медведь! Да. Ну, позирует он. Пару слов. А ну. Ты смотришь это видео, видео. Мне все равно, что ты далеко, ты далеко. Ну, хоть это, конечно, примитивно, быстро, на месте, но вот именно с таких примитивностей получается песня. Она песня с чего-то должна начинаться. Пусть она начинается там с непонятно каких слов, пусть она ловит какой-то непонятно какой-то мотив, но потом уже в командной работе вместе с вокалистами, звукорежиссерами и музыкантами в итоге получается какая-нибудь хорошая песня. Я больше всего ловлю себя на том, что мне нравится именно самовыражение, вот так скажем, самовыражение. То есть то, что ты слышишь, берешь потом на диктофон, это все напеваешь своим голосом. И уже когда доходишь до инструмента, прописываешь. Если этого не сделать, то, конечно, это забудется. А так, постоянно эти мелодии нахлынывают, тем более вокруг нас миллионы мелодий. Вот человек идет, на художника похож, видишь? Помнишь, раньше был карандаш? Журнал «Мурзилка», там карандаш был, герой такой. Смотришь на людей, радуешься жизни. Мне кажется, еще много для любого творческого человека замечать, что вокруг тебя происходит. То есть радоваться вот этим зеленым листочкам, наступлению весны, радоваться красивым девчонкам, радоваться красивым автомобилям, красивым людям, которые сидят в этих автомобилях.
И вот, вот эта волна позитива, она по-любому натолкнет тебя на хороший результат в твоем творчестве. Мне кажется, это касается любого творчества. Главное замечать красивое. Красивое, побольше красивого. Блеск твоих глаз иногда перед сном. Мне бы увидеть твой взгляд. Твой шепот губ, глубину твоих слов. Мне бы услышать сейчас. Ну а потом. Моя миссия однозначна, это творить добро. Мои песни должны людей задевать за живое. Если это грустная песня, пусть человек плачет, слезы чистят душу. Если это веселая песня, пусть человек радуется. Песня, она вообще нам жить помогает. Мы все живые люди, у каждого из нас свои мысли, свои душевные радости и терзания. И музыка, конечно, нам помогает. Кому-то задуматься, кому-то погрустить, а кому-то, наоборот, прям за рулем потанцевать. В машине, он едет от счастья, играет музыка, в его жизни случился счастливый момент, и он едет, слушает, наслаждается, благодарит Бога и мир. Значит, моя миссия – творить добро, творить добро, чего всем и желаю.